наступлением зимних холодов остро встает проблема выбора теплой одежды. Настоящей женщине трудно сделать выбор. Наше настроение переменчиво, как и грядущая зима, которая обещает удивить резкой сменой зашкаливающих морозов и проливных дождей. Для начала попробуем разобраться, что защитит от холода. Нет ничего теплее натурального меха. Над мехом проводит наименьший цикл обработки самого мехового сырья, чем, допустим, овчинно-меховой, который идет уже на пошив дубленок. Так что дубленка может согреть только при температуре до минус 18 градусов. Что касается пуховиков, то модели с мембранным напылением не пропускают воздух и хорошо сохраняют тепло. Но в лютые морозы согреют только в сочетании с дорогим термобельем. Пуховики защищают от мороза, также не боятся ни мокрого снега, ни дождя, потому что ткани пропитаны водоотталкивающими средствами изначально. Многие меха боятся влаги. Не боятся промокнуть только шубы, которые при жизни обитали в водоемах. Это бобр, нутрия и нерпа. Но если вы намерены носить шубу регулярно, стоит учесть, что омывать этот мех будут не экологически чистые воды, а московские дожди. Мех может повреждаться реагентами. Что касается пропиток, то они хороши для дубленок, пуховиков. Чем меньше используется всевозможных, скажем так, средств по уходу на мех, тем лучше. Несмотря на огромное количество недорогих водо- и грязеотталкивающих пропиток, и пуховики, и дубленки, как и мех, рекомендуется сдавать в профессиональную чистку. Если изделие недостаточно прошло специальную обработку и ткань недостаточно плотная, то пух может вылезать после чистки. Именно поэтому главное условие при покупке – не экономить. Если вы можете потратить на верхнюю одежду 15 тысяч рублей, лучше купить дорогой пуховик, а не дешевую шубу на рынке. Шубы из натурального меха с каждым годом становятся доступнее по цене и продаются в кредит. Задумайтесь, чем покупать каждый сезон новую вещь и занашивать ее до непригодного состояния, выгоднее потратить больше денег сразу и не бояться морозов несколько лет. Чтобы сочетать достоинства пуховика и шубы, а также сберечь оба изделия, сделайте правильный выбор.